Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Бляр, и в этот раз я решил зайти и посмотреть на достаточно уже известный мод Shockwave на General Zero Hour. Вот. Вроде как последняя версия, версия 1.201.16 года. А, несмотря на то, что данный мод очень популярный, да, его очень многие игроки знают и считают его одним из самых балансных модов, ну, на General Zero Hour, да. Но я лично играл в него только один раз, и то не в эту версию, в предыдущей версии, вот, участвовал как-то один раз на турнире. Ну, особо не сильно знаком с данным модом, но все же нужно когда-то начать, да, поэтому я решил все-таки начать с ним сейчас знакомиться, вот, с ластовой версии. Что ж, у нас есть тут, насколько знаю, три новых генерала. Это Generals Use Armor, вот, потом Super Weapon Generals, специальный Special Weapon Generals, да, чина. И угла у нас Savage Generals. Вот, то есть свои три фракции в этом моде. Давайте, пожалуй, начнем мы с Use Armor. Ну, попробую сыграть на турнаме Desserts с хардовым ботом. Я не знаю, насколько тут сильные боты. Вот, в принципе, можно поставить рандом. Ну, поехали. В принципе, Юса Armor General само за себя говорит. Должна быть у нас бронированная Юса, да? С танчиками, с юнитами, точнее, которые имеют хорошую броню. Вот. Так, ну, начнем потихонечку строиться. На 10к. Сейчас немножко потише у себя сделаю. Так вот. Так, что у нас? Дрончик, слава богу, есть. Посмотрим, кто против нас со старта вылетает. И как раз таки очень интересный генерал Special Generals чина, да? Вот. Weapon. Ну, я считаю, это что-то типа, наверное, оружейного. Супероружейного. Типа что-то ОМПшника юсовского, да, такая. Ну, в общем, чина имеет какие-то есть свои специальности, поэтому я думаю, после Юса мы как раз таки и рассмотрим эту вариацию. Посмотрите, суплай, между прочим, да? Вроде бы как наземным путем, да, будет добываться. Начинали. У нас. Ух, кто наглый. Я на работе. Давай мы сразу противодействие пушечку. Я не знаю, затащит пушку против. Все готово. Пушки будем или нет? Чиновской. Есть работа. Так, давай золото откнем. Ну да, саппл-траки у нас здесь у Юса присутствует уже. Сей необычность. Так, давай, перебей ее, пожалуйста. Ух, какая лютая. Ай, блядь, я вообще ПО влепил. Господи, боже мой. Вот это приколюха. Так, это бункер. Жить реально ПО, погоди. Да ну. Да. Ну ладно. Буду, по крайней мере, знать. Так, смотрим, что у нас по юнитам. Танчики есть. Брэдли. Вот Брэдли. Брэдли пост, насколько знаю, очень такой мобильный здесь юнит. Очень хорошо юзается. Бронированный такой БТРчик. И на который вроде бы как можно учить пушки ТОУ. Сейчас мы это проверим. Это обычный танчик. Какая-то интересная модель. Интересно выглядит. Почему у меня нет радара? Я же за Юсу. Ага, нужно строить отдельный радар. Окей. Вот такая у нас Юса. Ладно, вот они, Брэдли танки. Так, где? А, да, надо пушки то учить на них. Брэдли танки, говорю, Брэдли БТРки. На БТРку то больше похоже. Давай, давай пушки то учим. Начинали. Ну, бот сразу так в наглую, в центр, тык, в лес. Засранчик, да? Подходим основание. Да, пром суплай пить, наверное. Так, еще есть полтрак. Саппл-трак, кстати, 700 стоит на... дороже даже, чем чиновские саппл-траки. Но он сам все такой побольше и несет не по 300 баксов, а по 375. Так, баблички не хватает, да? Проверим новый, да нет, пока, наверное, бессмысленно. Давай лучше в ВР уйдем. Уже идем. Раз бот пошел тоже в ВР. Ох ты, гладиатор, что за... Наверное... Да, это anti-air, это получается против воздушных целей. Давай построим, потому что ушла чина в airfield. Тут творится, ох, какие танчики-то. Как ботик спамит. Разделение потеряно. У меня пока ни черта нет, давай будем Брэдли. Подспамим. Только повторяюсь, насколько знаю, достаточно играбельный юнит. Бронированный, имеет хорошую броню. Система наведения в порядке.
Да? Разогнался. Еще проекты? Black Window. Да, посмотрим. Что это такое? Что за дела? Где угодно. Разогнался. Покажем силу. Готов. А поток попер? Отличный пробег. Лени. Оп. Достаточно быстро могли броне. Без проблем. Ну и по воздуху, кстати, бьют неплохо. Так, иди. Ой, как хорошо. Что, ротанчик нормально бьет? Так. Такой котик, знаете? Сосранский. Я пытаюсь спамить. Зона этого мало. Капец, сколько пехоты пошло, отлично. Убивай. Наглый бот. Вау, а это чё? Ничего себе. Подразделение потеряно. Вау, а это чё? Ничего себе. Продвинутые, я вам скажу, батки тут достаточно продвинутые. Будет весело. Вот это старт. Отличный пробег. Генерал, база атакована. Готов. Будет весело. Интересно, ладно, да? Повеселимся. Отличный пробег. Ха-ха-ха-ха. Давай. Фиг, какие котлы лютые. Отрываемся. Да, придется мне сейчас переиграть, я хочу переиграть против этой же армии на этом же уровне, так сказать. Давай, готов, без сдачи. Ну это жестко. Новое строительство? Давай! Разгромить! Отбился, так потерял, правда, все равно все везде. Так, ладно. Подбросить! Печально получилось весьма. Да ладно, повеселимся! Да, нет, тут уже бот настолько... Боты здесь сильные, просто. Будет весело. Я вот зашел первый раз в игру, да, и то есть, для меня они сильные, реально. Ну да. Не знаю, может быть для какого-нибудь ангела это как бы бяка, но лично по мне боты здесь упертые. Ладно, кабаны. Повеселимся. Тяжеловато. Давай. Пошли. Я еще вроде как пока я живу, но тут уже понятно, что потом сюда я долго не прошу, не бронированный танчик. Так. Подбросить без сдачи. Чем черт не шутит, может дать врага дойдем? Рейкеран. Это уже. Давайте не себе. А, я. Блин, я думал, что третий мне. Я же дрон брал. Да. Ну ладно, давай, допустим. Как раз таки я правильно сделал ветеран, сейчас нужно подмога на базу. Ситуация не очень хорошая. Будет весело! Туда дрон повесить. Ладно, чтобы больше так не пропускать. Давай. Так, и подмога. Хоть какая-то, но и есть подмога. Давай. Подразделение потеряно. А, ну вот Брэдли, они хорошие, они против воздуха и они против всего. Давай, твой. Делаем казарму, выучим захват. Этих двух ребят уже сюда пошлем. Ну, боты, во-первых, они... Есть косяк. Они в тупую прут, видать, уже заранее, знаете, направлены на какое-нибудь здание. То есть, в принципе, мои юниты как бы не реагируют. Есть работа для меня. Давайте сейчас стеклай восстановим. Уже идем. Подбросим. Ну, пока притормозил бот. Осторожно! Ну да. Сейчас убить. Опа. Школу ты не забьешь. Да, здесь уже дальнобойки, да, пошли? Здесь мы, конечно, ЭР бы, блин. Давай! Осторожно! Да сложно будет. Так. Подбросить! Давай, давай, сейчас пытаюсь специально. Модернизация решена. Зараза! Подразделение подъем. Давай, бьем толпой. Осторожно! Очень опасный юнит.
Хорошо. Здесь можем захватать ушечку. Найс. Ай-яй-яй! Починим. Фу-фу-фу, как это жестко. Пока юнитов не хватает. Будет весело. Да и по экономике более-менее. И суплай второй отстроили, и вышечку захватили. Это меня радует, надо бы, наверное, стратегически уйти сейчас, да, в центр? Да, ну, вот тут, конечно. Так, ну, наверное, и во вторичечку тогда. Где у нас стратег? Стратег. Ладно, повеселимся. Ну да. Подбросить. Давай. Генерал-то интересный, посмотрите, как. Универсальные какие Брэдли. Очень универсальные Брэдли. Новое строительство? Так, а что нам? А, стратегический центр нужен стоит, чтобы ставить встречную экономику. Вот так. Попробуем этим ребятам сейчас по флангу пробежать. Может быть, нам на халяву дадут фишку еще, но я думаю... Забот захватил. Ну, да, не тут даже стоит защита. Готов к битве. Без сдачи. Так, давай еще парочку. Ладно, повезли. Слушайте, а мне нравится генерал Юсовский. Вау! А это мне не нравится. Отличный пробег. Ну, броня позволяет выживать. Ладно, повеселимся. Этим крутым юнитом. И сносить воду. Мне нравится, что они универсальны. Они и против воздуха, и против наземных целей. Не нужно там дополнительно. А Венджер еще что-то строит, да? Открываем всю карту. Ну, да, тут. Ботик, ботик, ботик. Так, давай мы такую штуку выберем. Суплайчики. Побольше добывали. И давай, наверное, начнем вторичную экономику уходить. Вау, какой-то готов. Люто. Я думаю, скоро должен к четвертому рангу уже подходить. Вау, маза. Боже, чё? Ладно, повеселимся. А, Бартон, 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 давай Бартона. Ну, как по мне, генерал очень прост. Мне нравится. Мне нравится, он очень простой. А если вы новичок, им очень просто играть, я вам скажу так. Просто спамьте Брэдли и... Блин, вообще нормально. Не, ну понятное дело, что на уровне там высоком, да, я там уже геймеры заядло играют в этот мод, что одними Брэдлями, возможно, не спасешься. Ну а так, против бота, я считаю, что вот воздух, да, воздух с Брэдли, миксовочка такая неплохая получается. Что там у тебя? Ладно, повеселимся. Ай-яй. Это больно очень бьют, ребята. Очень больно бьют. Наверное, все-таки против таких ребят надо кошечку сюда. Дальше вторичечка. А, слушай, у нас есть стационарная, которую я вначале завязал, так просто не разобравшись, что такое. Давай мы попробуем ее сейчас сюда поставить. Вот так. Я на работе. Подбросим. Отрываемся. Интересно, тут радары есть. Select target. Ладно, повеселимся. Что там у тебя? Давай-ка вперед. Давай попробуем. Вроде радар тут. Ой, даже не. А, не, минки есть, я понял. Не, надо было просветочку дать вот такую. Вот так сделать. А, ну я нубас. Ну ладно. Я же забыл, что взирал, блин, а так все проверяется. Меня сменили, да? Но скорострельность Брэдли хороша, хороша. Что за дела? Так. Вот. Вначале так меня нокаутировал бот вообще нехило, я вам скажу. Сейчас что-то как вроде... Я смог немного степениться. Давай! Спокойно, шеф! Буду там!
Так, у него все заминировано, капец. Блин, даже не подойдет. О, Вася, Вася. Вот мы сейчас будем действовать такими штуками. Удалить, не знаю. Но это было очень больно. Да, долетел. Вот на что нам нужен АР. Отличный пробег. Ладно, повеселимся. Подразделение потеряно. Получить? Ну да. Арт-удар. Ай-яй. Опять же, броня Брэдли хороша. Куда еще можно ребят сажать, но насколько знаю, эти ребята пулять оттуда не будут. Слишком имба будет. Просто можно высаживать пехоту. Десант такой. Ой, для нас. И давайте мы одним, наверное, подойдем к пацанам. Так, ну вторичка, уже три зоны сброса у нас есть, неплохо. Вася. Ладно, повеселимся. У-ху-ху! Отличный пробег. Есть, ну, так интересно, чмоки. Кстати, учины чмоки, заметьте. Интересно, чмо. Ой, уже лоб-лоб что происходит. Уже отличка. Вау, вау, вау. Давайте мы их расконтролим, попробуем сейчас. Потому что это очень жестко. О боже. Подразделение потеряно. Ох ты ж. Принято поздравление, генерал. Вроде как эти штуки выбил, но сколько потерял тоже. Блин. Так, у нас ранг. Арта. Арта, арта. И тут такую штуку. А, у нас пятый ранг даже. Готов к битве. Не, давай мы здесь сейчас справимся воздухом. Так, давайте, теперь будем иметь бота. Подразделение потеряно. Ну, так вот замутим тему. Так вот. Так вот, я не знаю. Как-то так, у него там дальнобойные какие-то пошли штуки интересные. Царь пушки, да? Камера Кэнон. О, пошло. Хорошо. Во. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Так, а есть нам что-то интересное? Какое-то супер здание? Ага, 5К нужно. Ну, блин, давай вторичку. Еще успеем построить. Вот еще живет. Сдается, но по крайней мере центр выбили. А, теперь главное не отдавать центр. Я думаю, можно даже суплайку, наверное, воткнуть. Продузер закажем еще. Есть еще собирать еще. Ну и потихоньку, не знаю, может завод попробовать, потому что получится одни цели, что-то поработать. Все, теперь мы наконец-то нападаем. Давай защищаться. Хорошо, сейчас с пятым рангом повышение купили. Два очка купили сюда. Супер. Просто супер. Платье стоит как мужчина. Никак, в принципе. Есть интересная особенность у генерала. Причем, кстати, достаточно балансированная способность у генерала. Вроде бы как сапалпраки дорогие, но и несут денежек они побольше. Вроде бы как наземным путем добывают. И стоит, как у китайцев, да, полторашечка. То есть в этом плане, да, я согласен полностью. Как бы годно все сделано, продумано. Ну, завод снес. Сейчас замес нитный. Так, можно включить что-то, да, такое? Ладно, повесели. Назад. Твою мать, давайте-ка отступим, там слишком много говна. А, это даже такая гарь. Включит. А, нет, это мои ребята. А, ну да, вот отключение. Подразделение потеряно. Ладно, повеселимся. Да, сбиваем пока. Бей! О, зараза-то какая, а! Пошли! Ну, сложно, наверное, стоит отступить. Подбросить!
Все же стоит отступить, пока все опасно. Давай, так, строим вот эту штуку интересную. Ладно, а, еще можно supply, да, наверное, вниз? Ага, он везде добавил. Давай сейчас собьем все чуваки бота. Одно из наших зданий штучки. Давить-то, я надеюсь, можно? Доставляем ресурсы. За полтраком. Давить он будет? Доставка или не будет? Я думаю, будет. Доставляем ресурсы. Настройка маршрута. И арт. Да, стратегически не особо все страшно было. Замечательно. Готов к битве. У нас закончились ресурсы. Ну да. Так. Ха! Будет весело! Ну интересно, вроде бы как все-таки по силу оказывается у меня бот хардовый. Но мне было сейчас очень интересно. Потому что в тиски он начал мне изначально брать. Было сложно. Сейчас бот вроде по денежкам тоже подпросил. Потому что у него не все прям замечательно. У нас мало энергии. О, подразделение потеряно. А, то, что супервейп построен у нас. А, еще есть. Нет, больше не дозеры. Ой, ужас какой. На колени. Интересно, а? Будет весело. Полетел по уши. А, ловить нельзя. Больновато. Ну, выживаем. Почему все выживаем? Супер. Осторожно. Да, отлично звучит. Есть работа для меня. Подходим основание. Давай найдем место получше. Так, подлепим. Да, центр завладел, это хорошо очень. Подразделение потеряно. Что получилось с центром? А, это я. Царь пушки не будет. Обнаружен вражеский черный лодок. Супер вайфинг Кэннона. Кто найден? Все готово. Ну да. Готов. Вау. Подразделение. Нифига себе повышенницы. Да? Подходим основать. Ладно, повеселимся. Ужас. Ха! Будет весело. Ха! Будет весело. Офигеть просто, вот это повышенница. Подразделение. Много вообще чего потерял, вам скажу так. Начинаем. О, боже. Повышенница. Чё это такое нубы? Подразделение потеряно. Отличный пробег. Капец, ужасно. На службе страны. О, боже мой. Нужна доставка, генерал. Я займусь товаром. Это вообще было так больно, что капец. Обнаружен вражеский черный лоток. Повеселимся. А. Подбросить. Нет. Подразделение не захватывай, пожалуйста. Одно из наших зданий захвачено. Я начал мануть, потому что не успел. Ой-ой-ой, это я вовремя еще пошел, типа, да? Боже мой, что делает бот на этом ранге? Боже мой, я уж думал, все сейчас, типа... Ага, конечно. Блин, страшно. Да, сейчас все только начинается, блин. Давай мы... Эту штуку... По энергии тоже запустим. Select target. Ну, как мне уже так вот. Подбросим! Давай! Ладно, повезли! Отличный пробег! Давай, 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 все. Ай. Осторожно! Подбросим! Подразделение потеряно. Бей дозер, дозер, дозер! Ну ладно, давай пушку. Красота. И энергию затормозила, отлично. Хочешь получить? Теперь мы... Подразделение потеряно. Надо вторичку восстанавливать. Ай! Отрывайся! Ай, мне должен аэрофилд. Ладно, повеселимся. Давай! Все закончено, начинай. Давай, аэрофилд. Начать разбор. Подразделение потеряно. Да, друзья, больше нету, сейчас еще... Получим по энергии, поопределимся. Да не, ну это вообще наглость. Пойдем пока на пролом, чушь. Висит. Ну, ужасно, я столько материала. Ужас. Давай вот эти пушки. Они слишком сбегают. Подразделение потеряно.
Да, потерял сейчас уйму юнитов просто. Уйму. Лужки-то можно установить, интересно. Подразделение потеряно. Я думал, типа, может, систему как бы рубли, типа, можно их установить самому. Ну, шиш там. Так, ладно. Теперь повышение, уходим, уходим, уходим. Боже, опять минус. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Опять стратег. Да блин, фига себе, какие учины повышения, господи, у меня просто сейчас по повышениям теребит только так, я вам скажу. Офигеть просто можно. Вот это у меня теребит по повышениям, блин. Вот чисто он сейчас побеждает за счет повышения, потому что у меня столько говна выпиливает. Но на самом деле, возможно, он и помедленнее генерал, чем мой армор. То есть это я должен был действовать изначально агрессивнее, да? Джейл с армором. Ну, как-то, блин... Подразделение потеряно. Не ожидал я таких колюк, сейчас. Ладно, повеселимся. Просто не ожидал. Так, дозеров не осталось. Да. Ну, я хочу посмотреть, сейчас мое супероружие будет заюзано. Я надеюсь, оно много очень справится. Во всей этой ситуации. Осталось 30 секунд, никто не умеет отменить. Уходим. Я остался без денег, можно так сказать. Это весьма плохо. Это очень плохо. Подкрепление. Я на работе. Ладно, повеселимся. Беда печальная, полнейшая. Он там пошел, да? Ой. Да опять улетает так жестко, задолбал уже. Все, я выпускаю эту штуку. Обнаружен вражеский черный лотос. Давай вот сюда, у меня тут много скоплений войск было. И вражеский черный лотос. Подразделение потеряно. Давай. Так, одно посмотрим, что будет. Захвачено. Подбросить. Хочешь получить? Давай, давай, давай. Эй! Ну что-то не особо, блин. Это учены пожестче все это дело получается, я вам так скажу. Подразделение потеряно. Одно из наших зданий захвачено. Твою мать, засранец. Да, и завод решился. Блин. Все-таки я нарослил бот. Ну согласитесь, игра очень интересная просто получилась. Блин, я в шоке. Как так? Да, но чисто повышениями у меня весь загрыз нафиг. Вот мне что-то интересно сыграть этого генерала и взять его повышением, потому что реально загрыз мне просто вот повышение. Ужасно. Будет весело! Ужасно. Просто сгрыз мне. Подразделение потеряно. Ну эти... БТРчики Брэдли, они реально, они очень живучие. Готов. Ничего не скажешь, очень живучие. Select target. Всего, давай по энергии. Давай! Да, за счет одной зоны сброса жить как-то нереально, мне кажется. Need a point, man. Head now. Жестко. Ладно, повеселимся. Ай-ай-ай-ай-ай, уходи, 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 уходи. А, он туда Подразделение потеряно. Опять жопа, да. Да, повышение здесь. Тут Special General's Weapon чина просто, бля. Решают. Интересно, интересно, однако. Да, опять это лютое повышение. Я не знаю, что это такое. Это что-то типа вообще ядерный. Ну не ядерный шторм, но половина ядерного шторма точно, потому что очень мощно. Вот именно это повышение мне изначально столько всего выбило, что я вообще слишком критически были потери, я много потерял за это повышение. Вот такой чиновский интересный генерал.
Мне Юса это понравилось, это просто, скорее всего, я так сыграл, неважно. Вот. Ну, мне не понравилось, не продлили. Ну, наверное, был и воздух пожестче, по-любому Аврору не было. Я их не взял. Да и денег-то не особо было, я бы сказал. Все, меня осталось. Нифига. Ой, боже, как он четко скинул. Бот, бот, меня вынес бот. Ну, интересно, катка получилась. Я вот хочу сейчас эту китайскую чину завязать. Что вообще? Не. Во. И может против фармера сыграть. Посмотрим, что он будет против меня юзать. Да? Да, давайте, наверное. Или нет, или давайте рандом все же. Потому что другие генералы тоже интересны. Там еще... А, давай против Джилей. Вот этот Сэвлдж Дженералс. Карту давай оставим, ладно. Ну что, попробуем. Чина против Гла. Новенькие генеральчики для меня. Китай щедрый. Что, попробуем, наверное, также в центре пойти, да, типа подостроить. О, вот радар есть раз, старт, да? То есть, типа разведка. Давай завязаем. А, вот как раз эти штуки артиллерийский бот взял, да, в тот момент. Угу. Фига не какие быстро ветеран. Ух ты, как его правильно ставить. Давай так. Интересно, модель сыграем. Да, вот он пошел радарный юнит у нас. Здесь все по стандарту. Ага, ну застройка хоть не такая наглая. Какую-то бота была. Что там поставим сейчас? Китай щедрый. Так вот. А сколько стоят эти цаплы? Хеликоптеры? 900. Больше, чем у Люса. Больше. Китай щедрый. Цыплачки здесь. 1800 больше, чем Юсы. Ну такой генерал, дорогой генерал, я так понял, но, сука, мощный. А, да тут какая разница, каким боком, да, ресурсник поворачивать, если сразу с воздуха добывает. Подразделение потеряно. Ой-ой-ой. Ой, сразу артиллерия? Боже, это что, тоже какой-то супер оборонительный генерал, блин. Чё за... Да. Вот это гла. Вот это штуки. Ух, чувствую, больно будет. Будем жить в роскоши. У нас большие планы. Больно будет. Давайте строим. Да, немножко давай здесь построим пушки. Бункерасики. И что-то. Так, сколько она? 1200, да, стоит? Sentinel Cannon. План. Так, ну тут, наверное, нужен. Это хрень? Не, погоди. Будем жить просто. Это хрень, что ли? Да, попробуем что-то. Отличный выбор. Так, есть сорта, понятно, тут. Дракончики. Вот эту штуку. Это... А, тут нужен War Factory, нужен Airfield. Что тут нужно, в общем? О, какой стратегически интересный. Строительство завершено. У нас большие планы. Что такое? Китай щедрый. Будем жить в роскоши. Так, ладно. Будем танчики делать. Радар выучим. Строю для Китая. Китай щедрый. Ну, блин, я, конечно, боюсь сейчас сразу деньги так тратить. Сейчас бот придет, блин, толпой меня замесит, а я, в принципе, не подготовлен. Так, значит, казарма. Пока в Airfield не пойду. Модернизация завершена. Ну, артиллерийские можно платформочки, можем парочку. Платформочки, говорю. Артиллерийские эти. Гаубицы. Так, лучше захватывать будет. О, все, пошло, да.
Боже, что мой, как нежданно. Ты пришел, родной. Кроме для Китая. Звучит многообещающе. Одно из наших зданий захвачено. Будем жить просто. Ужас, просто ужас, что творится. Я не знаю, мой дозер успеет, я думаю, на рэп. Опять меня жестко вначале просто принимают, ужасно. Да. Жестко. Опять, ну причем с фланга бот нападает, господи, боже мой, а? Ну слушай, против тиктанчиков, я понял, они очень бесполезны, эти штуки. Я просто бот не бьет. Все с ним много. А, он мне чисто по энергии, да, решает. Ну давай. Блин, трехлучковый ужас. У нас мало энергии. Так, сделаем да, больше танчиков, если он таким юнитом будет меня атаковать. О, это что такое? А, пушка-то стреляла моя? Даже в отключенном режиме, нифига себе. Интересно, однако. О, лотос. Хорошая штука. Во! Буратино. Это Буратино. Ну, тот же ротор взять. Я помню, Буратино был в Российской Федерации. Здесь учили Буратино. Интересно. Будем жить просто. Люблю большие цели. Я большая пушка. Да, ладно, я тут. Готова к взлёту. Молодец, еще мужички захватывать. Давайте строить. 1800 нужно. О, попер глашник танками. Прямо здесь. Я сегодня уже. Китай щедрый. Нормальная пушечка работает, она такая двухсторонняя, короче. Сукачку-то отступает. Молодец. Я проникну. У меня большая пушка. Что такое? Во, этот юнит мне нравится. Здесь много ресурсов. Получим дополнительные я ресурсы. Слушаю. Давай попробуем побить. Ой, как хорошо, с напалом еще. Так, надо энергию поставить. Захват здания успешен. Молодец, давай теперь ту ушку попробуем взять. Что за самолетики такие лютые? Но они ловятся. Это радует. О, как хорошо. Слушай, я не дотягиваю, да, до меня это ПВО? О, не ПВО, а артиллерия. Это супер. Все, давай, теперь пора в аэрофилд уходить. Еще можно. На заморозь, заморозь, заморозь. Поздравления, генерал. Найс ранг. Так, ну пока не нужно. Ага, посмотри, что делается. Служим Китаю, будем охранять. Подразделение потеряно. Ну здесь ребята должны защищаться, думаю. Так, давай еще скажу. Давай, 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 толпой. Суплай потеряем, блин, капец. Не очень хотелось бы так глупо потерять. Должен, все нормально будет. Да, да, отлично. Так, чинимся. О, как Буратилла мне работает хорошо, как скоро третий ранг, между прочим. Давай еще и цемок парочку, чтобы отрубать танчики. Ой, как хорошо-то, слушайте, они вообще реально очень хорошо работают. Третий ранг. Так, мы возьмем вот эти вот штуки, которые просто потенциал. Вот он, вот угла. Назад. Глядь, Джилой. Так, о! Вот эти штуки что нужно? Подразделение потеряно. А, тут Джармин работает. Опять. О! Сына поджарил, хорошо. Генерал. Вас тут Джармин уже работает. Извини, а, это собака, я прочел.
Перехожу в новую зону. А, не, он в центр собрался, что ли? Так, эти два юнита надо по-любому чинить. Еще завод. Нужны патроны. Би-би-би, пушка. Блин, мушка, блин. Есть еще один братус. Неплохо. Я проникну. Ай-яй-яй. Уходи. Уходи, родной. Где, блядь, танки? Я же их отправлял. Твою мать, они вообще пошли. О, боже. Блин, бой его. О! Блин, минус энергия, да ну. Че, серьезно? Мало энергии. Да, жестко, однако, бот принимает меня. Справа арта пошла, да, уже? А, мы спасли дерутся, окей. Бля, опять воздух. У нас большие планы. Так, здесь арпики. Давай, брали на ничем. Ракеты не достигнут цели. Нас не готовится. Надо побольше арт, ну, двое арты из ниток. Тут будет очень воздухом мучить меня. Такс. Кстати, как раз таки. Давай слетаем сюда. Атакуем землю. Подразделение потеряно. Ой-ой-ой. Ох, лоу, прикольно. Ай! Блять, бедный мой дозер, а? Так, слушай, чё я? Вот сон закатил, таких хакеров, конечно, хакеров. Паричка. Больно, однако. Чё за дичь тут? Радар такой, нифига себе, лол. Ай. Ребята, сюда сколько слотов? Ну, нормально. Уровень извлечения стабилен. Ой, как хорошо бьет арта. Да. У нас какой интересный генеральчик. Так. Давай еще. Павел, танк, давай. Закажем. Что, пробивать уровни? Я еще же на броню делал, но да, он есть. Плюс там еще апгрейд есть. О, тоже на танчика. Ой, больно. Скоро. Пятый уже? О. Это же вообще топ. Сейчас обьюзаемся тут. Так, теперь мы можем, короче. Нет, не можем, да? Почему? О! О! Красотень! Красотень! Подразделение потеряно. Блин, как там на меня бот такую дичь юзал? Ну арта у этого бота, ой, у арта у этого генерала она вообще. О! О! Вот что это было, да? Давай завязаем. Эй, Вася. Пусть все будет смарт, чего нужно.
Ох, нифига какая штука. Подразделение потеряно. Что он делает? Ёб твою мать. Допустим, разок. А, она вокруг себя типа создает. Офигеть. О боже мой. Подразделение потеряно. Так, так, опять. Там сухой же вырубут, не особо нужен. Так. Блин, ох ты, всякие штуки начинают бот строить. Сложно. Модернизация завершена. Да. Это сложно. Китайские пилоты. Ракеты не достигли. У нас мало энергии. Энергии мало. У ваших указаний активизируйте систему питания. Да что ж такое жучи-то, господи, не понимаю этого. Враг под землей. Прямо здесь, где сражение. Открывается в бой. Ага. Залетит уже. Неужели? Да, бот-то сдаваться не рассчитывает. Жестко. Будем жить в роскоши. Давайте строим. Отличный план, Китаю. Нужны патроны. Я слушаю. Попробую убежать. У меня девочка. Большая пушка. Пройдем за красную армию. Блин, жармен. Козлина. Отрабатывает свое. У нас большие планы. Что еще хочешь? Возобновляем ресурсные маршруты. Что, это жармен был? Погоди, мне вообще радар сделать, что-то клюк. Радар. Внимание! Обнаружена ядерная что шахта. Такое? Черный лотос раскрыт. Подразделение потеряно. Ого! Две ошечки. Select target. Ну сейчас прорыв делать. Не особо как-то вовремя получится. Да, попробуем сейчас. Поджарить. Вот. Я хотел эту ядерную шахту снести, потому что мне не особо нравится. Стрельбы, конечно, не было интересно, если бы оно... потеряно. Боже мой, что ж как уж делать? Одно из наших зданий захвачено. Это... Они атакуют наш базу! Это чё? Самолёт ожидает. Защищаем китайское небо! Давить радар на вряд ли можно. Найс. Может укачать! Мы обнаружили вражеского джармена Келла. Ах ты козел, а! Подразделение потеряно. Убивать его надо. Все на захват. Черный лотос раскрыто. Так. Ну, у меня-то супероружие быстрее завязывается, чем у него. Надеюсь, меня это спасет. Хоть как-то. Ай-яй-яй. Я проникну. Твою мать, опять! О, боже, только не это. Мы обнаружили вражеского джармена Келла. Ну, ну так. Наглость, наглость. Подразделение потеряно. Сука. Все мочнуки полетели. Мы обнаружили вражеского джарма. Бей его толпой. Да ел. Найс.
вообще туплю, надо, блин, побольше всяких таких интересных платформ ставить артиллерийских. Вот этих вот. За полтора рубля, которые. Полторы тысячи долларов, точнее. О, как хорошо накрыло. Здоровски накрыло. Черный лотос раскрыто. Радар бей. Будем жить в роскоши. Еще давай флипим. Не, ну давай. Подразделение потеряно. Понимаешь, что это? Будем охранять. Что творится? О, хорошо он бьет, блин, боже мой, как мне нравится. Дай мне работу. Ох ты, твою мать. Да, лютая арта. До свидания. А, через 50 секунд, завязаем. Все повышили. Черный лотос раскрыто. Вот круто. Видим, рада. Ух, фига, настоит сейчас. Блин, мне нравится этот генерал. Крутой. Вот им от обороны играть вообще супер-пупер просто. Супер-вэгман такой чиновский. Интересно задуманный. Давай, 20 секунд. А, сейчас такие мясовки пойдут. Как запустим мы нагло. Так, сейчас мы... вырубим. Сюда артиллерию дадим. Сейчас все подожгем. Вот так замутим. О! И попробуем пройти, надо что-то прорвать. Вот, чтобы добить это супер оружие. Вот оно, вот оно! Ста. Сутень. Вывели вообще супер-пупер. Е-мазо, пока. И назад. Блин. Во, меня лишили жизни. Да, ну круто получилось. Черный лотос раскрыто. Все раскрыто. Да где? Подразделение потеряно. Ай, козла, опять не доели. Так, у меня же есть теперь такие штуки. Подразделение потеряно. Внимание, обнаружена скрытая атака. Где скрыто? А, это нам. Ботинки, давай. Ой, таксиночка. Не долетела? Ой, как хорошо, а. Как их заюзать-то? А, нам нужно вот эту штуку вам было выбрать. Феникс, блин. Ну ладно. Так, где дозер? Там на расчет под норш лейру поставить. Блин. Какой танчик мощный. Ужас. Берёмся за Красную Армию.
Подразделение потеряно. Надо больше по 80, а? Разгромим на голову. Ну, по деньгам там на одном интернет-центре сижу. Надо еще надо. Не, ну бьет он вообще мощина. Так, надо тут этот сделать. Напалм апгрейд 2 рубля. 2 рубля, говорит. Еще более. Надо накопить. Оп. Подразделение потеряно. Select target. Вот сюда. Select target. Зомби. Прикольные штуки. О! Баронки есть немного. Че, наверное, красиво должно упасть. Ай, бабло. Нас секундите, да. Да не, что тут часть какая-то долетела. Раскрыта. Да, хорошо. Ай-яй-яй, хорошо. Гори, родной, гори. Так. В общем, я хотел так апгрейд напалм выучить. Дорогой достаточно. Внимание! Обнаружена скрытая атака. Есть скрытая атака? Да, генерал. А, ну у меня миги. Миги. Нет мигов. Пойдем. То мало ли какие-нибудь неприятности вылезут. Черный лотос раскрыто. А, блин, сдолбал, он лотос мой раскрывать. Ох, чуть было. Так, нужна энергия. Подразделение потеряно. Отлично. Все здания колено. Ну, блин, вот интернет-центр, то плохо. Ай. Энергия не достроил. Ну, сейчас скоро у нас опять будет супероружие. Ну, супероружие, я вам скажу, это чины мощнее, чем у Юсы Армор. Ну, на то оно есть, потому что это как бы типа СВГ чиновская, да? А там просто бронированный Юса. Ну, вот этот генерал хорош, все же хорош. Не знаю, это ну, вряд ли, наверное, бьет, но не будем пока. Даже на следующий кружок. Черный лотос раскрыто. Страшно. Бегай. Радар, бей, главное. Подразделение потеряно. Так, штуку. Все у нас готово. В принципе, можем это. Дела делать. Будем. У нас никого не осталось. Ну что, сюда прям. Красиво сейчас будет, красиво сейчас будет. Ой, много супер танчик пошел, а? Подразделение потеряно. Вот она красота. Красотичка. Подразделение потеряно. Да, просто вообще круто. Круто. Если вот играть. Ну, во-первых, я тогда играл в шоковой по сетке, да, сразу под нет. Под мультиплеер сейчас. Ой, мультиплеер с ботами чисто покатает. Ну мне вот по кайфу сейчас вообще. Неплохо особо. Ну не зря все-таки мод шоковой, я занес. У меня есть видео, да, топ-5 модов. Не зря, не зря. Шоковой. Если я буду. Чёрт, даже на третьем месте. Шарель, супер. Мне нравится. Кстати, по балансу, серьезно, да, тут по балансу еще более-менее все. Правда, тут что-то меня смутило, что меня так
перебил от чина повышениями, но с другой стороны это мой косяк, потому что это такой был генерал. Мне реально им нужно было просто играть агрессивно изначально. В оборону уходить просто после, против этой чины, это вообще это сложно. Потому что чина доходит до ранга и жопа. Просто жопа начинается. Артиллерия здесь, будь здоров. Такие юниты, да? Лайер столкнулся всем. Подразделение потеряно. Гарера на горе. Чтобы было ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно. Неправильно успел. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Подразделение потеряно. Давай это делаем. Тут противовоздушных юнитов нету. Тут двошка очень хорошая, блин. Смотрел. Реально. Подразделение потеряно. Посмотрел, кстати, недавно видео. Ангел выложил по поводу своего мода нового, да? Ну, на основе такой шипоевный. Вот у него, кстати, он показал такую штуку, у него гаттл будет обычный, но на гаттл будет апгрейд, короче. Помощнее пушка будет. Быстрее будет птица, да, короче. Так вот, глазком глянул видео. Как, кстати, на гаттл сделать. Ну, все равно, блин, вот он преступный, капец, валить надо. Это добей. Найс. Подразделение потеряно. Ну что, здесь аэрфилл, да? Ну блин, с горем пополам на самом деле. С горем пополам я сейчас угла одолел. Реально сложно было. Сложно. Я думаю, если бы угла были бы такие же лютые повышения, как в той игре, когда я играл за армора, да? Потому что армором я тоже вроде начал давить чину. Но повышение очень просто все решили. Тут просто угла нет таких повышений и... Чисто по юнитам мне вроде бы сливает, вот, но повышение начинает юзать. Особенно в этой чине вообще люто. Супер оружие. Шаки. Шаки. Вообще круто. Вообще просто сносящее. Вот мне лично всю экономику вторично свистнул в тот раз. И артиллерия очень мощная. Ох, ты же. Да. Так мы все повышили. Стелси юниты, капец. О боже, ну как так, а? Посмотрели, все юниты слил. Подразделение потеряно. Твою удивительно. Посмотрите на это. Что-то я раньше не понял, сразу повышили битва сначала, потом уже. О, кстати, сейчас загорится. О, вообще тупая, найс. Апгрейдинг, штуки всякие. Пучковый танчик не хотелось бы, конечно, терять. Так, арта есть. Ну, так вот по заводу. Ну, тут чинится, ну, хотя бы пару винтов еще заберем. Так, что я в центр не собираю, хотя тут еще есть что собирать, вот с этого фланга, по крайней мере. Здесь уже бот мне точно не должен убивать. Мои. Так скажем, привычное слово чинуки, но это не чинуки, это хеликоптеры. Вот, ресурсы, да. Танк на связи. Можно даже еще третьего сделать, потому что далеко им летать с этого суплая. Подберем еще товаров. Смотри, куда отстраивается ботинок, ты чё? Сумасшедший, что ли? Служим Китаю! А, вы хоть в разных местах собираете? Прямо
подряд встраивал. Ну какой он? Ботинок. Вроде сносишь его, сносишь, блин. А он вообще ни в какую нафиг. Живет, живет, гад. Сейчас тоже должно точно его. Хорошенько это все дело. Подорожить. О! Жестко, много очень площади горит, конечно, вообще. Сейчас плачет, ребят. Вроде последнее здание. Да. Фух, друзья, дорогие друзья, 34 минуты само за себя. Говорит, это было просто мега мощно. Вот. Хоть уже и час снимаем, но все же я хочу посмотреть именно вот этого гла сейчас. От лица этого гла. Вот. По-любому пойдем придется делать и дальше обзор этого мода, потому что, ну, скажем так, обзор, хотя это, в принципе, не особо похоже на обзор, но... И, собственно, вылетело из игры. Да, не очень приятно. Вот это было сейчас не очень вообще приятно. А почему вылет был, непонятно. Ну, хоть не во время игры вылетело, ладно. Сейчас мы быстренько залетим. Я хочу за этого гла сыграть. Целый же гла. Интересно, так. Сейчас мы быстро. Через лаунчер. Ну, кстати, у мода такой же лаунчер, как и у ротора. СВР. Так. Ну давайте. Последнюю каточку за гла. Ну теперь, значит, так сейчас по круговой все сделаем. То есть сейчас я сыграю за гла против армура. Так. Пасывыч. Ну, у меня вроде бы точно был глаз сейвич, да? Потому что у обычных глашников... это я как понял, потому что у обычных глашников не должно вообще быть таких оборонительных лютых сооружений. Я надеюсь, я не ошибся. Потому что если я ошибся с глашником, это просто эпик будет фейл. Так. Ай, ладно, ладно! Я буду работать! Ух ты! Катюшечки тут всякие. Да, пока ничего не буду выбирать. Да, да, это именно тут глашник, потому что шкаманник-то видел, раз что-то затупил. Ладно. Ну что, сейчас попробуем уйти в оборонку против армора. Я не знаю, армор. Мне тяжело будет. Я подчиняюсь. Вы меняете мнение часто. Работа готова. Я буду только не бейте. Что вы хотите от меня? Лучше инструментов не подчиняюсь. Ну, это противовоздушная штука. Во! Делаю, что сказал. Вот такими штуками еще не броня мы. Часто. Что вы хотите от меня? Тяжелая работа. Продавать не будем здание. Командный центр, точнее. Офига, так интересно. Сварщики, ебать. Рабочие сварщики, круто. Лол. Ну тут Юса по-любому будет летать, нужно ПВО делать, будет побольше. Угла стационарное ПВО мне понравилось, хорошо. Крабики стоят по 200. Ну, прямой спа 75, ну в принципе тут стандарт. Так, сколько это ПВО стоит? Косарик. Да, так по сумме нормально. Я есть хочу. Туда его лепим. Если это то, что ты хочешь, разве нельзя жить в мире? Так, здесь по-любому бот пойдет с фланга, я уверен, 100%, поэтому нужно здесь заоборониться. Арнет Мест. Буду работать изо всех сил. Да, день чуть не хватает. Оп, стоит, стоит. А че он в центр не прет? Они же любят центр лететь просто я на всех парах. Тяжелая работа готова. Давай-то понаглеем суплай, что в центр ставим. Да, а ботинки выдадут. Буду работать изо всех сил. Только не бей. Хоть энергия глашнику не требуется, то радует. Ну, кстати, вот доты строятся достаточно долго. Я просто крестьянин. В
Ладно, я иду. Что вы хотите от меня? Так, сколько суплай стоит? Полторашечка. Все по стандарту, в принципе. Во, уже пошел. Да, Юса пошла в воздух. Хорошо, я его поставил. Если это то, что ты хочешь. Только не от оборону можно было подальше много ставить. Делаю, что сказано. Наверное, сейчас так и сделаю. Хотя бы одну пушку сюда влепим. Я затем, наверное, начнем юнитики. Вот, пошло. Блин. Именно этим Брэдли пошел. Давай, блин. А ну, потянешь? Почему так бьют? Последний день нельзя. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Что-то разносит мою оборону. Бронированный генерал. Наша воля сильна. Да не, вроде бы как справились. Ну, практически. Ну да, вроде бы как справились. Плохо, однако. Уже хоть что-то радуется. Я буду работать. Блин, опять пошла следующая. Наша воля сильна. Ну реально, бронирован настолько, что, блин, посмотрите просто, капец. Армор. Сколько в него влетает. В одну дырочку. Ай, ладно, ладно, я буду работать. Никто не устоит, не надо, я работаю. Рет, 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 Юса у нас сран. Давай, смотри, Катюша, давай. Давай, добивай, добивай. Так, дворец. Что вы хотите от меня? Дворец. Ох. Ну, давай. Буду спамить эти дешевенькие штучки. Штучки. Давай немножко. Мы все-таки их поменьше сделаем, то мне не хватает. Так, надо поставить обратно. Утепление. Ну против воздуха реально углы это очень хорошая штука, она прям ну как надо. Никто не устоит для нас на пути. Никто не устоит неверно. Эй, Вася, а что, пацан там побил или что? Чего не то? Ого! Ого! Ничего положено, что ли? Разделение потеряно. Ну ладно. У вас повысили. Так. Баунти, вот, все. Where shall we strike? Ну вот так попробуем. Ну я понял, что это, короче. Крестьянин. О, мародерчики, давай мародерчиками. Так, ну и рынки есть. Тута. Anything, my commander. Подразделение потеряно. А, вот что это. Ну слушай, нормально сносит одну эту защиту, эту штуку. О, Катюша. Нет, это не Катюша, это... Это Гатфлой. Вот Катюша. Я просто крестьянин. Так, меня интересует вторичка. Вот это, скорее всего, штука, да? Скар Ярд. Что-то мне контроль напоминает много. Ну ладно. Ау. Такая мощная техника. Че они несут такие танчики? Ну-ка, а? Это не просто. Они еще в обход пошли. Че, серьезно? Нет, ты серьезно? Тяжелая работа. Так, мне очень нравится. Вот такие похождения бота. Я просто крестьянин. Давай, что-то... Буду работать из-за прежнего нога. Посмотрим, что они задумали. Ай, назад вернулся. Что, дурак. Я все заберу. Let's keep our distance. Я заберу. И гаунтом застройку. Погоди, мне нечем даже, да? Ударить по зданием. Нему. Броня готова. Кусок тебя. Блин, что заработал. Как работает.
Да, бей, покажи, что... А, сука, ПВО, что тут, нет? А, не, надо развернуть ее. И чё? Она реально ПВО, что ли? Ну ладно. У меня будет Катюша. О, молодец. Минус дал. Бей, бей, бей. Пилот, не дай убежать. Не дай ему двухлучковый. Блин. Ох ты, нифига себе арта. Так, где моя арта? Мне, конечно, надо еще завод ставить. Так, кстати, это типа черный рынок такой. Капец, ну сколько нас спамил зенитов, ну боже мой. Да. Подразделение потеряно. Мы обнаружили вражеского полковника Бартона. Бартон в бреге, да? Ай, ну куда ж ты? Здорово, родная. Да, бобосеньки, бобосеньки мне сейчас вот тут иметь. Блин, ты кишки ты потерял ужас, а. Катюшечки. Было много работы. Ох, это наглость. Да, я чувствую, меня тут бот просто уметает. Загла, я еще не готов, блядь. Суплай лепит. Боже, это надо. Да не, ну армор тут просто потащил меня. Пал полный, какая же чай. Затащил мне этот армор. Я там одни Брэдлими, да, а он тут меня просто втаскивает в полной программе. Такими танчиками. Мамонта, а. А че если бы я их против чина, да, юзал? Я их не юзал. К сожалению. Не, это, конечно, ГГ. Я уже и морально устал играть, и, блин. Ну и просто меня за ГГ шли. Ну что ж, хотя бы за чину победили, да. А, Глашника. В легком бою. Смотрите, как красиво сейчас смотрится. Вот он и армор. Ну, реально армированный генерал. Такие бронированная такая техника. Делают такие, такую индюсу еще увидите. Ну, красиво, красиво. Вот это спа, это просто мега спаун. Посмотрите, на что просто... Мне так кажется, что юс армор по искусственный интеллект как-то пожестче будет, чем гла и чин. Ну, такой индюс спам, это ужас. Посмотрите на это. Как она разошлась. Да. Ну что, дорогие друзья, такие кадрики получились. Не то, чтобы сказать обзор, просто, так сказать, первый взгляд. Опять вылетел, между прочим, мод. Вот, первый взгляд на этот мод со стороны новичка. Как бы, как по мне, интересный генерал достаточно. Если вам понравилось, то обязательно пишите в комментарии, я продолжу кидать в данный мод. Конечно же, не забывайте оставлять лайки, так я буду понимать, вообще нравится вам или не нравится. Вот. Ну и подписывайтесь на канал и в группу мою ВКонтакте, ссылочка в описании. Я с вами не прощаюсь.